Арабская парфюмерная вода Латафа Шахин Сильвер. Вот, значит, так это выглядит. Вот такая вот коробка. Здесь внутри вот так вот громоздкая очень коробка. Вот такая. Как похоже, как будто бы раньше были вот видеокассеты, когда складывались вот такого же плотного характера картонка. Вот. В коробке идет книжечка Латафа Прайд. Тут описание всех ароматов данной коллекции Латафа Прайд. Вот такая. Флакончик весит, ну, наверное, как пол кирпича. Очень тяжелый флакон. Крышка с птицей металлическая, тоже вес очень большой, тяжелое, все это тяжелое. Вот реально, пока снимаешь обзор, встает рука это держать. У флакончика есть такая неприятная особенность. Вот это покрытие на нем, ну, в общем, от долгого пользования на флакончике остаются пятна. Его нужно постоянно протирать от жировых следов от пальцев. А так, если этого не делать, то через некоторое время флакончик будет иметь неприглядный вид. Вот это, кстати, забыл сказать, вот эта птица. Она сделана из металла. Вот. Крышка тоже из металла. И если вот так это все вместе сделать, ну, если держать одной рукой, то, ну, рука устает. Вот, рука устает. Что сказать по аромату? Аромат, ну, если в двух словах, то это версия, копия на Creed Aventus. Единственное, что в этом аромате нет розы. Ой, не розы, а ананаса. Без ананаса. То есть тут пачули, роза и дубовый мох. Дубовый мох. Аромат при нанесении первоначальном довольно резкий и громкий. Может даже некоторых отпугнуть, потому что, ну, такой достаточно мужицкий. Но по мере раскрытия он как бы выветривается, становится мягче. Очень сильно проявляется роза. Вот она хорошо так доминирует на протяжении звучания парфюма. Стойкость, ну, наверное, часов 5 на коже. Если нанесете на одежду, на куртку, ну, я думаю, даже, наверное, сутки продержится, а может, у кого-то и больше. Вот. Хороший аромат по мотивам Авентуса. Качественные компоненты, пахнет по-люксовому, пахнет хорошо, никаких потусторонних запахов, запахов там, не знаю, порошка, запахов пластмасса и прочего, что присуще дешевым парфюмам, здесь нет. Еще забыл показать, очень хорошо сделана бутылка, то есть вот на ней практически не видно следов спайки. То есть, как на многих
бутылках видно следов спайки, то здесь их практически не видно. Ну вот сверху там дно тоже запаяно довольно-таки хорошо. Вот. Ну вот здесь по краям, вот здесь вот немного видно, что спаянный флакон. А так очень качественная, очень хорошая вещь. Всем любителям авентусоподобных ароматов рекомендую.